Качели на детской площадке во дворе дома номер 23 на улице Парковой огорожены сигнальной лентой. На сломанном элементе наклейка в виде облачка с надписью «Все знают, что я поломался, меня скоро починят». Информационные стикеры клеят сотрудники службы содержания и благоустройства территорий. Каждый день они объезжают более 80 подшефных участков, чтобы проверить состояние объектов. Обнаруженную поломку стараются устранить сразу. Если это невозможно, на элементе оставляют наклейку с указанием даты починки. Стикеры созданы для того, чтобы люди видели, что это все в работе ведется, что мы замечаем все и, может быть, какие-то детали подготавливаем. Вот, и поэтому для жителей удобно, и для нас удобно. Обычно наклейка держится недолго, но когда поломка требует более сложных работ, например, сварки или полной замены элемента, ремонт может продлиться до 3 дней. Тогда стикер не только информирует об этом, но и служит предупреждением для взрослых. Здесь детям пока играть нельзя. Ольга Левчук живет в центре Щелково с 1978 года. В этом дворе играла ее дочь, а сейчас гуляют внучки. Говорит, что довольна состоянием детской площадки. Недавно ее привели в порядок, но на днях оторвался канат. Это очень хорошо, то, что сделали такие как бы познавательные знаки. То есть, для родителей дети-то все равно еще не понимают, более взрослые, когда читают. А для детишек, то есть для родителей, да, хорошо, мы будем более внимательны и более, как сказать, осторожные. Более осторожными пришлось быть недолго. Заменить канат, судя по наклейке, обещали до 2 сентября. И ремонтники уже в деле. Зачастую поломки стараются предупредить, вовремя обслуживать механические части игровых элементов, менять изношенные детали. Если жители сами обнаружили неисправность, они могут написать в телеграм-канал службы содержания и благоустройства территорий. Сообщения не останутся незамеченными. Галия Вахитова, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.